Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Представьтесь. Вот это как? Покиньте, пожалуйста, помещение. Ассаламу алейкум, брат! Вчерашнее мое похищение сотрудниками ФСБ и попытка осуществления допроса. Сегодняшнее задержание и обыски у адвоката Эмили Курбетдинова свидетельствуют о том, что мы ожидаем новый виток репрессий. Российская власть сейчас ставит своей задачу прежде всего зачистить защитников, которые осуществляют защиту людей по этим уголовным делам.